Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на моем канале, с вами Светлана Соколова. И я хочу с вами открыть сегодня вот такую коробочку, вот такую посылочку именно на этом ногтевом канале. У меня есть еще не маникюрный канал, не вот этот, а есть другой канал, на который я вас приглашаю. Там целая куча распаковок, всякие рассуждаловки со мной. Там нет маникюрии. Здесь у нас есть маникюрия, но вот чисто в этой коробочке маникюрии мало. Или, можно сказать, совсем нет. И маникюрия, педикюрия здесь есть. Есть такое слово? Педикюрия? Я что-то ни разу не слышала. Да-да-да, ссылочку на этот канал я вам внизу обязательно оставлю. Обязательно приходите, я вас там буду ждать. И что, давайте откроем эту посылочку. И сейчас вы поймете, почему именно на маникюрном канале я решила ее открыть. Вот такая интересная коробочка мне пришла. Посылочка 2 килограмма. Такая не маленькая. С зелеными листочками, кто-нибудь уже заметил, брендированным таким скотчем. Сразу хочу предупредить, что это не БАДы, не лекарства. Я не рекламирую ни БАДы, ни лекарства. Хотя, кто его знает? Смотри, сколько заплатят. Возможно, и отрекламируют какие-нибудь биодобавки. Шутка, если что, это была шутка. Ладно, открываем дальше. Как все упаковано, как все уложено. Я вам шуршу, да? Ну, простите, я не хочу вам шуршать, но это правда упаковка. Так, и здесь вот целая куча всяческой всячины. Давайте с вами потихонечку разберемся, что здесь есть. Я не знаю, как вы, но я стараюсь очень по минимуму принимать какие-то лекарства химические. Но если что-то там заболело сильно, вот тогда могу какой-нибудь цитрамон выпить, там серчишка зашалит. А так я стараюсь как бы травки, если есть такая возможность. Но я ужасно не люблю все это вот заводить, там квасить, запаривать. Стараюсь лекарства пока еще к лекарствам не прибегать. Особенно если врач не прописывает, тем более не прописывает, лучше какие-то там лекарства не покупать и не заниматься самолечением. Мне буквально на днях был комментарий, я не знаю, о чем человек думает, как можно меня не уважать в такой ситуации, задавая мне такой вопрос, в какую позицию, в какое положение меня ставит человек, который мне задает такой вопрос, что у нее аллергия на материал, на гель-лак, но она хочет ходить, я так понимаю, что это клиентка, и она хотела бы ходить с красивыми ноготочками, но врач ей запретил. Что ей делать? Я в шоке, я в недоумении. Как можно мне задавать такой вопрос? Ну, может быть, есть какие-то обходные пути? Я как могу незнакомому человеку давать какие-то рекомендации по поводу чего-то? Я вообще не знаю, как это. Ну, врач сказал, нельзя, значит, нельзя. Я какие еще могу давать рекомендации? Я что, выше врача? Не знаю, что за заболевание, не знаю, на что аллергия, как, что вы за человек, и мне задавать этот вопрос. И такие вопросы мне очень часто задают, и мне очень-очень от этого становится грустно и обидно. Ладно, давайте я уже занырну сюда и начну вам чего-нибудь отсюда доставать. Сейчас я вам начну рассказывать, и вы поймете, о чем я говорю. Так, что у нас здесь? Научно-исследовательский институт натуротерапии. Вот так вот, такой мини-каталог, пакетик какой зелененький, красивый, под хохлом. Так, а это что такое? Я такая любопытная, как будто я не знаю, что здесь. Я знаю, конечно, что здесь, но мне же интересно. Это накладная. Так, все. Теперь давайте по продукции, по товару. Вы уже поняли, да? По названию безлекарств.ру, это сайт такой, значит, что-то будет такое безлекарственное. И прежде всего, почему я именно на этом канале решила этот видео вам показать, потому что я хочу вам показать такой крем, который называется Немозол. Этот крем для стоп от мозоли и натоптыши. Я знаю, немногие клиенты ходят регулярно к вам на педикюр по разным причинам. Кто-то стесняется, кто-то денег жалеет, кто-то так за собой ухаживает, кто-то вообще не ходит на педикюр, а дома в домашних условиях разными подручными средствами ухаживает за своими ноготочками.
О боже, ну я не мастер по педикюру, понимаете, за своими ножками. Вот это вот такой вот крем, который можете, как вы, как мастера, использовать для себя, клиентам рекомендовать. Это крем, и как бы между процедурами и между приходами к вам, чтобы клиент пользовался этим кремом, и вам было меньше работы на последующих сеансах. Крем содержит натуральные компоненты. Так, мартышка, давайте мартышка наденет свои маленькие очки. Hello. Так, и что у нас здесь? Крем содержит натуральные компоненты, которые предотвращают появление неприятного запаха, освежают, сохраняют ощущение, очки не помогают кому-то, сохраняют ощущение свежести, чистоты в течение всего дня. Крем питает и увлажняет кожу ног, смягчает огрубевшие участки, способствует профилактике образования надтопчущей и трещин на коже стоп. Здесь натуральные масла, молочная кислота, вы знаете, да, как действует молочная кислота, или не знаете? Сок чистотела, эфирное масло лимон, экстракт чеснока, то есть, как бы, понимаете, что и обеззараживающие все, прополис лечебный, облепиховое масло и масло чайного дерева. Вот все, что я вам сказала, входит в состав этого кремника. И главное, в этой аптеке безлекарств.ру, ну, в этом интернет-магазине цены, я бы не сказала, что они прям как-то зашкаливают, честно. У меня не бывает натоптышей, честно вам говорю, лично у меня натоптышей не бывает, но я точно знаю, кому я этот кремик подарю. Кремик 75 мл, 12 натуральных экстрактов, очень-очень запечатано. Но тому, кто я подарю, простите меня, мне очень хочется понюхать, потому что я представляю тут экстракты, как они пахнут. Очень не хочется пахнуть бабушкиными мазями. Я ужасно не люблю всякие нероли, пачули, вот эти вот экстракты, которые, о, как они, не экстракты, а как они, эфирные масла, которые добавляют. Вот, о, я не люблю ни нероли, ни пачули и все, что с ними связано. Честно мажу руку от натоптышей. Ментол, мята и лимон чувствуется, не вонючка. Я бы не сказала, что это какая-то бабушкина мазь, и его нужно очень-очень хорошо втирать. Я прочитала много отзывов, там на сайте много отзывов, причем отзывы не ангажированные, вы можете прочитать любые. Все, впитался. Ух ты, классно. Короче, одна сплошная полезительность для организма. О, еще какая брошюра. Можно почитать по продукции разной. В общем-то, понятно, да? Я пыталась до вас донести идею и мысль по поводу немозола. Все, теперь поедем дальше. Фитовинол – это фитоген для ног с варикозно-расширенными венами. Все составы есть на сайте. Кстати говоря, очень-очень подробно и на русском, на английском, или на латинице, как хотите, прочитайте. Если где-то сомневаетесь, может, в составах, очень сильно разбирайтесь, там, допустим, минеральное масло вас не устраивает или какие-то другие. Я как бы к этому нормально отношусь, и к минеральному маслу тоже нормально отношусь. Я думаю, что если когда-нибудь я умру, то не от минерального масла, это точно. Тракт конского каштана, вы знаете, как он влияет на вены. Хвощ полевой, рак зеленого чая, эфирное масло розмарина, масло эвкалипта с витамином С, натуральный ментол. Вот это, наверное, сегодня будет поядреннее пахнуть. Значит, здесь тоже 75 миллилитров, тоже очень много отзывов. Люди берут, которые на ногах работают. Мягкие тюбики очень такие удобные, нормальные. Здесь тоже, скорее всего, все зафольгировано. Да, все зафольгировано. Так что, если не верите мне, можете почитать отзывы других людей. Там всякие есть отзывы. Приди на помощь, маникюрный инструмент. Да, я уже вижу такую необычную субстанцию. Мне главное, чтобы не было запаха, вот я уже сказала, бабушкина какой-нибудь мази или звездочки. Такой вот цвет, видите? Неопределенный цвет, маслянистый, такой прям жирненький, я бы сказала. Я думаю, если он в тепле постоит, он совсем станет такой жиденький. Сейчас понюхаю, на тело нанесла, сейчас понюхаю, насколько это... Да, холодит, сразу чувствуется.
Нет, не воняет, честно. Вот честно пахнет не какими-то косметическими отдушками, а вот именно лекарственными средствами, но не вонючкой. И не сшибает, вот как, например, там мановозином намазаться и ходить. И это наше российское производство. Ух ты, прям чувствуется ментольчик. Такое прохлада приятная по телу раздается. Да чего там только нет на этом сайте. Это частица того, что вы сейчас увидите. Это маленькая частица. Есть у меня вот такие две коробочки. В этих коробочках бутылочки. Бутылочки по 250 миллилитров. Это скипофит. Вы знаете, что такое скипидарные ванны? Вот мне кажется, не у всех есть возможность побывать в санатории и получить всякие вот такие скипидарные ванны. Вот это желтое, это белое, ну это даже, знаете, маленький пузырек, но это концентрат. Очищает организм от шлака, восстанавливает подвижность, тормозит процессы старения. Что? Вот, кстати, вот здесь вот расписаны процедуры. Здесь можно все заполнить и выполнять прям процедуры. На сайте тоже есть таблица, как правильно применять тот или иной продукт в комплексе, чтобы это было эффективно, чтобы это было с пользой. Кипидар живичный, вода дистиллированная, цитиариловый спирт, ну, спирт нормально, масляные экстракты трав. Почки сосны, березы, цветки календулы, ромашки, тысячелистника, трава душица, зверобоя, чабреца, череды, полыни горькая, чистое тело, пустырника, корни одуванчика, валерьяны, аира, плоды фенхеля, листья крапивы, шалфея, подорожника, мяты перечной, эвкалипта. Приготовленных по специальной технологии. Не, ну если вам такой пузырек мало, то вы можете купить на сайте гораздо больше. Вот такая вот бутылочка. Она пластиковая, мягкая. Если открою, понюхаю, ну и не думаю, что как-то приятно пахнут, тем более концентрированные скипидарные компоненты. Вот концентрат, вы же сами понимаете. Всего 10 миллилитров надо. На ванну, на целую, вот, а здесь 250, вот сколько можно раз принять скипидарную ванну. Если у кого-то, конечно, противопоказания, ванны принимать нельзя, но я думаю, что можно ручки окунуть, ножки окунуть и посидеть в этом полезительном растворе. Где вы еще купите, где вы еще побываете в скипидаре, где? Нигде. Ванна номер 2, желтая, скипофит, читаю внимательно слушайте. Корректирует фигуру, стимулирует обменные процессы, восстанавливает упругость кожи. Не знаю, прям кладезь полезных ископаемых. Следующая ванна номер 1. Очищает организм от шлаков, восстанавливает подвижность, тормозит процессы старения. Обе надо. Как это? Потом мне спрашиваете, откуда я такая молодая, красивая, подвижная. Я вас буду отправлять смотреть этот ролик. Дальше, что у меня еще есть? Вот такой нафталанский крем-бальзам, баночка мягкая, действие 24 часа. Крем-бальзам для тела, нафталанский, для проблемной кожи, 110 грамм. 10% натуральной нафталанской нефти. Нафталанская нефть, наверное, тоже запах такой, ухо-хо. Ну, я думаю, что, по крайней мере, какие-то косметические отдушки сюда добавили. Сейчас посмотрим. Ой, какой цвет миленький. Вот, вообще не похож на какой-никакой, да на крем не вообще не похож. Есть какой-то такой отдаленный. Опять-таки, не хочется пальцем залазить. Не воняет. Сейчас посмотрим. Такой приятный коричневенький цвет. Жирненькая. Ну, есть такой ароматик нефти. Нефтепродукт. Фу, это я, пожалуй, Константину отдам. Пусть он лечит себя для проблемной кожи. Это вещь. На бутылечке 90, а миллилитров 90, а грамм 110, в граммах больше. Такой прохладный, охлаждающий тоже эффект. Кстати, здесь на этой руке уже все прошло, ничего не охлаждает. И вот эти вот скипидарные ванны, я забыла вам сказать, они не согревающие, а наоборот, такие, которые охлаждают. Вообще не устали, я вам еще не надоела, нет? Могу еще чем-нибудь рассказать. Вот такая, например,
баночка, бутылочка, на которой написано Скипофит. Это тоже из серии скипидарных ванн, из серии скипидара. Это вот такая сухие скипидарные ванны. Вот это нужно применять в комплексе. То есть это вы намазываете на проблемные участки, там где у вас, ну, как бы не совсем стройная часть организма. Намазываете, ходите сколько-то там минуток, а потом можно сразу принимать комплексе вот со скипидарными ваннами. Конечно, желательно бы еще и спортом позаниматься, вот хорошо бы. Но у меня нет возможности спортом заниматься, поэтому я буду намазываться вся с ног до головы и буду стройная и красивая. Жиденькое. Ну, не буду открывать, потому что наверняка также пахнет скипидаром для стройности фигуры и подтягивания дряблой кожи. Вот мало кто верит, да, в какие-то вот такие вот. Но мало ли, а вдруг поможет? Ну, а вдруг поможет? По 17 натуральных компонентов. Такая вот, какая-то такая, как молочко. Как молоко, просто как молоко. Если у вас целлюлит на коленках, там, я не знаю, где еще у вас что. Но вот именно проблемные участки надо намазюкивать. Шампунь с коллагеном натуральный, анти-эйдж. Смотрите, какой густой, если вам видно. 250 миллилитров. Я вам сейчас почитаю. Прям даже не знаю, может это внутрь можно принимать. Коллаген, экстракты жемчуга, хлопка и коньяка. Мне надо понюхать, мне надо попробовать. Вот такая я зануда. Таким зелененьким, зеленым яблоком пахнет. Да, зеленым яблоком пахнет, не знаю кому как. Чем мне зеленым яблоком пахнет. Для волос коллагеном натуральная. Объемчик. Такой хороший. Укрепление, восстановление, ламинирование. Коллаген, экстракты жемчуга, хлопка и коньяка. Это пара. Пара-пара. Тоже пахнет таким, какой-то зеленью, свежестью такое. Далее. Суфле такое. И что, осталось всего два продуктика. Крем для лица из зоны декольте. Лифтинг эффект за 1 час. Крем обладает успокаивающим и тонизирующим действием. Идеально подходит для ухода за проблемной и чувствительной кожей. Создает приятное ощущение комфорта и гладкости кожи. Объем 50 мл. Разработано в НИИ натуротерапии. Так что вот. Ого, какой интересный. Смотрите, тюбик какой. Прямо-таки не тюбик, а пузырек. Ух ты! Прямо с дозатором. Это классно, что с дозатором не надо пальцами лазить. Сфера применения этого крема, ну, как бы не на каждый день, а на какие-то торжества, на выход в свет, в люди, или на вот такую вот съемку, фото, видео, или что-то еще. Вот как бы должно сразу-сразу действовать, и сразу помолодеете, и все морщины исчезнут. Я так на это рассчитываю. Еще один кремик. Это крем для кожи вокруг глаз от отеков и темных кругов. Отеки и темные круги — это же не значит, что у вас что-то там, как бы глаза, что-то с глазами. Если у вас проблема с организмом, то никакой кремик вам от отеков не поможет. Он может временно скрыть. Надо искать причину, что такое, что случилось, почему отеки, почему темные круги. Возможно, это последствия какого-нибудь воспаление или заболевание, поэтому это, ну, вдруг спали как-то вот не так или еще. Вот мне нравится, что это ночной, потому что дневных у меня куча кремиков, а ночного нет. Крем для кожи вокруг глаз вот такой объем, 50, это же немало. Обычно там 15-10 такие вот, а это 50. Представляете, ну сколько хватит? И тоже с такой пимпочкой. Куда мне его намазать-то, люди добрые, а? Уже все намазала. Осталось только шампунем и маской намазать. Густой, гуще, чем перед этим был кремик. Ой, какой маслянистый, жирненький. Ну, здесь тоже в основном всякие натуральные компоненты, экстракты. В общем-то, если состав вас интересует, вы, конечно же, найдете это на сайте. И больше всего радует то, что эта продукция, я бы сказала, достаточно доступная по цене, никаких там тысяч, сотни тысяч нету. Нормальная цена. Я думаю, что любой человек в состоянии себе позволить и пользоваться
ну, натуральный, почему бы нет? Обязательно всем попользуюсь, обязательно что-то подарю маме, что-то кому-то другому. Сама буду обязательно пользоваться шампунем, масочкой, кремиками. Вот этими обязательно буду пользоваться. И буду принимать скипидарные ванны. Ванну, чушечку коха. Спасибо вам огромное за внимание. Я надеюсь, что вы не утомились и этот обзор был для вас полезным. Пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх и не забывайте заглядывать в описание под этот ролик и под другие ролики тоже. Там очень много нужной и полезной информации. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!